Например, президент Академии наук Фортов, да, преследует меня уже лет 12, наверное, да. Когда я из Канады вернулся, мы второго проработали там больше года с Туртышем, и получили вот ключевые доказательства по передаче волновым путем генетической информации, регенерации поджелудочной железы, с бактериями тоже, я не буду рассказывать, с бактериями потрясающие результаты получили тоже. Вот, как только я вернулся сюда, мне было им заблокировано возвращение в мой институт, Институт проблем управления Российской Академии Наук. Вот, я создаю группу в Москве, научную группу, он ее расшибает, разгоняет. Создаю вторую группу, он ее разгоняет. Создаю, наконец, третью группу, причем меня приглашают в Бауманский университет. Это крупнейший наш вуз, самый мощный, после ФИАНа. Дает группу, дает деньги, все дают. Значит, я только-только, значит, начинаю развивать активность. Звонок Фортова ректору МГТУ с приказом разогнать группу Горяева. Чего он меня преследует? Он же физик. Он занимается плазмой Фортов. Чего он к генетике прицепился? Или какой-то, так сказать, есть приказ от кого-то? Это просто вредительство. Разогнал, так сказать, меня, так сказать, в Бауманском университете. И тогда вот я создал инкомнауку, проработал некоторое время, ее разгоняет. А параллельно я еще создал группу в Нижнем Новгороде. Думаю, раз меня в Москве блокируют мою работу, то я сдам в Нижнем Новгороде, там не достану. Достали и там. И там разогнали. Значит, того 4 группы разогнаны. Но я крылья не опускаю. Я создаю свой институт квантовой генетики. ООО. Общество ограниченной ответственности. Это частная собственность, он уже не имеет права. Если только физически воздействует на меня. Но пока не трогают, слава богу. Вот. Поэтому трудности огромные. Но это, в общем-то, это нормальный путь. Я говорю, что любое новое, но, понимаете, я езжу сейчас по всему миру, я докладываюсь. В Соединенных Штатах, в Англии, во Франции, в Германии, в Чехословакии, значит, в Венгрии, там, в Японии, в Южной Корее. Меня слушают. Я просвещаю людей. Правда, у всех срабатывает канадский вариант. Взять, хапнуть, и все, наобещать, и все. Это вот. Это капитализм, ребята. Тут ничего не поделаешь. Я не хочу целиком всю, так сказать, медицину охаять. Я проработал в медицине 10 лет, участвовал. В 4-м главоуправлении проработал старшим научным сотрудником, потом перешел в Мясниковский институт, потом в кардиоцентр участвовал. Итого я 10 лет проработал, я знаю изнутри всю эту медицинскую кухню. Понимаете, они как попали в какую-то систему, из которого они выбраться не могут, понимаете? Система называется принцип ящика. Вот из ящика, крепко сколоченного ящика, если гвоздь какой-то вылез, это грозит тому, что ящик развалится. Что делают? Они бьют молотком и забивают гвоздь обратно. Или выдергивают этот гвоздь и делают более надежный гвоздь, понимаете? Вот, значит, вот медицина, ты чуть вылез, ты уже получаешь по голове. Вот. Хотя там, конечно, прогресс есть, но он такой медленный. Можно в 100 раз быстрее двигаться, если не блокируют вот эти все направления, да, генетические, медицинские, по стволовым клеткам. Можно двигаться гораздо быстрее. Но вот эта инерция, да, привычка, когда люди присиделись и получают огромные деньги, продавая, значит, фальшивые медицинские препараты, плацебо так называемое, да, которое ничего не лечит. Кстати, плацебо – хорошая вещь. Я вот вроде как бы осуждаю, а вот внушение играет колоссальную роль. Человек свято верит, если у тебя есть авторитет или у фирмы есть авторитет, она продает подслащенные таблеточки и говорит, что это супер лекарство. Стоит огромные деньги. Человек употребляет. В Штатах проводили исследования. Статистически достоверно показано, что препарат, что плацебо этого препарата действует одинаково. Мне тоже говорили, так у вас плацебо. Ребят, плацебо. На детей плацебо никак не может действовать. На растения, когда мы передаем генетическую информацию, на расстоянии 7 километров, как оно может действовать? На крыс на расстоянии 20 километров подаем информацию и регенерируем поджелудочные железы, что мы сделали в Торонто, потом в Москве, в Нижнем Новгороде, и снова в Москве, там уже независимая группа. Какое тут плацебо? Как может оператор, который работает с крысами, повлиять на них, чтобы у них поджелудочная железа выросла?
давайте, это хорошее плацебо. Но это недостижимо этим путем. Так что не плацебо, наши эффекты – это не плацебо. То есть мои злопыхатели хотят свести всю нашу работу вот к этому. А плацебо – значит обман. Знаете, все. У нас есть несколько патентов. Причем, к сожалению, в Роспатенте по медицинской линии нас просто блокируют. И я подал, значит, совместно там с моими коллегами 10 заявок, автоматически заворачивают. Мы не рассматриваем это. Примерно то же самое, как заявки на вечный двигатель не рассматриваются. Видимо, есть какой-то приказ. И у меня сильное подозрение, что эта информация, значит, она уходит туда, на Запад. Заблокировать и отдать на страну. Вот примерно такая схема. Может, я ошибаюсь. Хотя я, будучи аспирантом, работал в Роспатенте, чтобы заработать себе на булку с хлебом. Я видел, как изменилось. Глуши все, пиши отрицательные, любые возражения против хороших работ, это твоя задача, задавить. Я ушел оттуда. Информация – это самый ценный продукт, если ты отдаешь, так сказать, ноу-хау. Хорошо, сейчас в основном пишут патенты, ноу-хау придерживают, а там нюансы не договаривают, и все, поэтому воспроизвести по патенту практически невозможно. Вот. Но, тем не менее, какая-то часть информации уходит. И, естественно, что это самый ценный продукт. Вот. Вот почему так поступают. Очень просто. Очень просто. Это раз. И второе. Запад не заинтересован, чтобы Россия была страной интеллектуалов. Для Запада мы потенциальный рабочий скот. Поэтому все нацелено на то, чтобы нас оскотинить. Причем они действуют теперь не как раньше, а не через мозги. Фильмы соответствующие, значит, передачи телевизионные и прочее, прочее, прочее. Наркотики, водка, это все, все разложение изнутри. Стимул теряется к развитию. Человек превращается в животное. Что ему надо? Все, дохнут, вымирают. Эбола, значит, ВИЧ. ВИЧ так он и не лечится, только травят людей. Вылечиться не могут. Надо совершенно по-другому подходить к этому делу. Вот мы уже имеем случай, когда я, значит, бактерии убивал, значит, патогенные бактерии. Это в Торонто мы, значит, это получили. А теперь я уже сам попробовал. Мама пишет мне, вот мой ребенок, у него там синяя гнойная палочка, мне антибиотики не работают, не знаем, что делать, ребенок погибает. Я говорю, давайте так, идите в бак-лабораторию, посев синяя гнойная палочки, нагревом убили мне, все, убили. И эту самую пластиночку, предметное покровно, накрыли стеклом. Мне по почте присылаете, как маленькую посылочку. Я снимаю спектр, так же, как мы растения убили. Даю запись убитой бактерии, вот этой синей гнойной палочки. А таких у меня несколько видов бактерий было. Отдаю этой маме по электронной почте. Она включает плеер, ребеночек слушает. И синей гнойной палочкой уходит. В институт туберкулеза обращался. Давайте самое, туберкулез неизлечим. Давайте я сделаю, так сказать, вам модельный эксперимент, хотя бы на кишечной палочке покажу, что можно убить ее. То же самое можно палочку Коха убить. Да, давайте. А потом, видимо, спохватились. И, значит, все, тишина. А зачем, когда создают все новые и новые препараты, которые стоят огромные деньги против туберкулеза? А тут раз, послушал, и нет туберкулеза. То же самое, я говорю, давайте с вирусом СПИДа сделаем. Дайте мне вирус СПИДа, убитый, препарат, дайте мне препарат, мне немного надо. Лазерный пучок, это 0,5 миллиметра сечения. Я говорю, вот капельку, так сказать, ничтожную капельку убитого вируса я запишу и информацию с этого препарата. То есть создам квантовую вакцину. Дайте мне Эбола, сейчас угроза номер 2 для Соединенных Штатов. Первая – это Россия, вторая – Эбола. Значит, не знаю, что делать. Там уже тысячи, десятки тысяч уже больные. Люк Монтанье тоже говорит, он может квантовым путем размножаться. Не обязательно, так сказать, там через чихнул, там прикоснулся, это работает. А он может еще квантовым путем размножаться. Дайте мне опять-таки убитого Эбола, дайте. Я вам сделаю квантовую вакцину против Эбола. И все. Ты ее врубил, она на всю Африку будет работать. Нет, не хотят слушать. Тишина. Ноль реакции. В Канаде предлагал. У них там сосновый жучок.
У них прекрасные сосны, огромные, там по 30 метров. Корабельный лес, как раньше говорили. Сейчас теплее стало в Канаде, но везде потеплело. Он размножается дважды. Размножается просто безудержно этот жучок. И бьет эту самую бедную сосну, и все, сохнет, все. Проезжая, когда ехали из Торонто в Нью-Йорк, это десятки километров мертвого леса. Значит, ничего не могут сделать. А химикаты боятся травить, сами отравятся. Жгут. Но все равно, что взять и эти самые ассигнации сжечь. Огромные деньги теряют. Я говорю, дайте мне этого жучка. Я так же, как вот это растение, Родопис алена, резюшку тали убил. Я этого так же убью. Или вот детишек лечил. Я убью этого жучка. Избирательно только этого жучка. Больше ничего. Это экологически очень чисто. Это не то, что когда ты бросил дефолиант, и у тебя все там вокруг подохло. Или отравляешь, значит, чтобы хочешь жучка, все подохнет. Вот. И генетическая инженерия то же самое сделает, да, у тебя будет негативный результат. Я жучка, говорю, могу убить совершенно спокойно. Да дайте мне, так сказать, возможность, дайте финансирование. Я же не могу на коленке все делать. Тишина. Ну, вот та самая часть, которая, к сожалению, она всегда присутствует, когда что-то принципиально новое даешь, встречает бешеное сопротивление. Просто бешеное. Но закрыли, значит, этого Люка Монтанье. Он работает наверняка по китайским заказам. Это плохо. Ни одной публикации за 4 года. Ни одной публикации. Это плохо. Ну, как говорится, ничего не поделаешь, жизнь такова. Надо что-то придумывать. Надо, чтобы народ знал, что это такое и с чем это едят. Вот. А тогда уже какие-то коллективные решения выносить. А так, конечно, будут использовать обязательно. Другое дело, что защита от дурака там есть. Если хочешь, например, подействовать на противника, то ты сам себя ударишь. Более страшного оружия нету. Я этим принципиально не занимаюсь. Я версия, я не настаиваю. Значит, все-таки привнесена вот такая составляющая, которая вызывает более расширенное заражение людей. Это то, что эти вирусы, это же говорит фактически Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии, который со мной солидарен в этом отношении, тоже об этом говорит независимо. То есть они являются системой излучения собственной генетической информации. То есть вовсе не обязательно, чтобы вирус попал в организм. Достаточно попасть его копией квантовой. Вот такие квантовые копии, только позитивного плана, мы делаем для лечения людей. Весь фокус в том, что, видимо, они нашли технологию, при которой их самих, так сказать, не затрагивает или мало затрагивает. Но вообще-то они заинтересованы в этой концепции миллиарда, чтобы не 7 сейчас, как сейчас, 7 миллиардов людей, а чтобы остался один. Поэтому они вообще в этом смысле безжалостны даже к своим. Вот моя версия заключается в том, что и вирусные, и бактериальные инфекции могут распространяться квантовым путем. Это вот, так сказать, часть лингвистика волновой генетики, которая сейчас находится в таком развитии, но, к сожалению, в закрытых структурах, военных структурах. Вот. А официально она осуждается, так сказать, обзывает ее лженаукой и прочее, прочее. Это чтобы, так сказать, отбить охоту у других заниматься этим, у других государств. А сами делают. Потому что слишком огромный масштаб, чтобы объяснить, что просто вот распространяется и все. Дойдет и до вируса Эболы, до Зика и так далее. То есть технологии, вот эти военные технологии, они наверняка совершенствуются. Но принцип один и тот же. Создание квантовых эквивалентов генетического аппарата, которые могут распространяться во все стороны. И может быть даже направлено на какие-то страны. Они могут фокусировать, хотя это довольно трудно, поскольку распространение таких квантовых инфекций, оно, так сказать, с трудом поддается фокусированию, поскольку это торсионные поля, спинонные поля или поля кручения. Но тем не менее, значит, это, видимо, можно делать. И вот, пожалуйста, налицо уже массовое поражение людей.
Надо подняться человеку до больших духовных высот, чтобы себя ментально защитить, создать такую ментальную защиту, и собственный организм заставит работать, защищаясь. Вот. Можно клетки заставить не воспринимать такую информацию или переводить ее в неактивное состояние за счет того, что человеческое сознание может влиять на вот эти торсионные поля в нужном направлении, вызывать хаотизацию, значит, векторов поляризации, или одну только оставлять. Это чисто ментально. А технически это пока невозможно, потому что таких фильтров нету пока против вот таких вот инфекций. Каждого человека не закроешь какой-нибудь пленкой и так далее. Значит, хотя это, в принципе, возможно. Но в этом направлении надо работать. Тут надо воздействовать не по линии отдельных людей, которые там пытаются как-то защититься, а задавать государственную поддержку такого рода исследований. Ну вот, они, конечно, тоже у нас в закрытом виде проводятся. Я об этом судить не могу, не знаю. Я вообще не участвую в этом процессе. То есть я на войну не работаю. А вот защита, да, вот для защиты надо проводить исследования. Широкие исследования. Когда на животное воздействует там, ну, например, мы использовали поджелудочную железу. Вернее, это мои ученики, коллеги. Вначале они научились передавать генетическую информацию на расстояние, даже кандидатская была защищена на это. Это Николай Кокая из Нижнего Новгорода. Это мы с ними написали совместную статью. Они пошли дальше. Они продемонстрировали эффект волнового или квантового иммунитета. Ну, например, вот сильный яд там есть, допустим, да, от которого погибает животное. Если это животное предварительно облучить, ну, например, поджелудочной железой, она становится устойчивой к яду лаксану. Вот это создан, так сказать, такой прецедент научный, что можно, оказывается, выработать иммунитет, квантовый иммунитет против ядов. Ну, это вот один случай, Лаксан. Они там уже нашли несколько случаев и опубликовались. Ну, вот преимущественно в военных журналах открытых. Так что вот этот путь, он, значит, тоже один из хороших путей. Поднимать свой квантовый иммунитет. Как это массово делать, значит, непонятно. Вот. Ну, а в общем, мыслится так, что какая-то группа людей, допустим, там 100-200 тысяч человек облучается вот таким вот образом, да, вот такими торсионными полями, которые сами по себе безвредны, но вызывает защитный эффект по части ядов. Вот, не исключено, что может такой же иммунитет создать по отношению к вирусам, бактериям, патогенам. Но это огромная работа, знаете. В рамках маленькой моей группы, так сказать, ее нельзя, тем более нас подавляют, нас шельмуют и так далее и тому подобное. Но это дело здесь специально. Это пятая колонна, которая по заданию Соединенных Штатов, значит, она тормозит развитие науки вообще любой в России, особенно квантовой лингвистико-волновой генетики. В этой связи хочу как раз вот спросить про сегодняшнюю ситуацию с ОРВИ, с коронавирусом. Вот я читал и слышал, как ты говорил, что есть две формы заражения данным коронавирусом. Вот скажи, какие формы? Значит, с самого начала, значит, что это такое вирус COVID-19? Это биологическая форма жизни, которая обладает коллективным разумом и коллективным мышлением. Да. И этот вирус, он существует в двух формах – физической и полевой. Физическая – это то, что воздушно-капельным путем он может передаваться. Это передаваться, как он может. Да, да. Так, передаваться. А полевая форма – это он может проникать через наше биополе. Через резонансы. Через резонансы.